Всем привет, дорогие друзья, с вами First One, и сейчас мы поиграем в игру в приложение ВКонтакте «Любишь пончики». Так оно и называется, «Любишь пончики». Если вы когда-то любили пончики, то поиграв в эту игру, вы точно перестанете их любить. Итак, кликайте на пончик, чтобы получить пончики. Все логично. У нас есть 17 пончиков, вот мы добиваемся 20. Постройте свое первое здание, оно будет приносить вам 0,3 пончика в секунду. То есть... получить хотя бы один пончик, нужно подождать как минимум 3 с небольшим секунды. Не забывайте улучшать постройки и следить за достижениями. Ну что ж, приступаем. Итак, у нас есть одна машинка, она делает 0,3 пончика. Продолжаем кликать на пончик, чтобы делать пончики. О боже, отлично, мы накопили, мы можем теперь 2 поставить машинки, а можем копить дальше на повара, давайте копить на повара. Кликаем и кликаем, кликаем без остановки. Кликать вам придется много. Можно, конечно, не кликать, потому что у вас есть всякие машинки, которые сами делают пончики. Пончики, а потом на заработанные средства мы могли бы купить что-нибудь еще, но так как я снимаю видео, мне такая роскошь недоступна, мне надо самому делать пончики, делать много-много пончиков.
Ну ж, друзья, вот прошло 13 минут игры, и у меня уже отсох левый палец, и наконец-то я могу купить себе фабрику. Анализ рынка говорит, что о наших пончиках уже поговаривают в других городах. Что ж, отлично, строим фабрику. Теперь мы можем производить 220 пончиков в секунду. Сколько фабрика дала? Плюс 60. Неплохо. Давайте маленько, наверное, прикупим апгрейдов и вообще посмотрим, насколько они эффективны. Итак, вот, допустим, повара в полтора раза, сейчас они производят 51, за 10 тысяч в полтора раза 51. Улучшаем, теперь они производят 76, да, 76 минус 51. Это получается, ну, на 25 где-то больше, да, за 10 тысяч. А мы вот могли бы кондитерскую купить за 7, это было бы всего лишь на 18 больше пончиков. В общем, апгрейды — это выгодно, к тому же это распространяется на всех поваров, и все повара теперь будут производить лучше, даже те, которых мы купим позже. Так, за 5000 улучшение мешалки в 3 раза, то есть она будет 30, да, производить. Отлично, получаем апгрейд. Да, 30-ку, 20-ку мы накинули одним апгрейдом за 5000. За 5000 мы могли бы вот печку купить, но она бы всего 8 пончиков дала. В общем, апгрейды — это очень выгодно. И мы подняли свое производство до 385 пончиков в секунду на 18-й минуте игры. Ну, блин, делов много. Отлично, 20-я минута игры, и мы можем купить себе золотой стаканчик, золотую пончикоделку, еще в 3 раза увеличить ее мощности. Сейчас 40, а будет 120, да? Отлично, по-моему, неплохо для простых пончикоделок. 4 пончика она уже делает в секунду, почти сравнялась с поваром по силе, но стоит дешевле. Третья минута игры, и наконец-то мы можем построить корабль, получаем достижение Юнга. Итак, наш корабль делает 150 пончиков в секунду. Что ж, отличное достижение, прям, не знаю, маленький шажок для человека и так далее. Спасибо маме, папе. Вот что я чувствую примерно на этой минуте, потому что палец указательный, который плавится по мышке, уже устал и отсох. Давайте посмотрим достижение. Ну, уже тут просветляется, да, можно сказать, где-то треть или какую-нибудь пятую часть достижений мы собрали, уже неплохо. И знаете что, не знаю как вы, а вот я устал, я пойду сейчас себе чай заварю, пускай пока видео снимает, пончики копятся, но мне уже лень. Попозже подойду, посмотрю, что тут происходит, но на вашем бы месте я уже, наверное, закрывал это видео и никогда бы не играл в эту игру.
Ну что ж, ребят, вот и я и вернулся, успел уже попить чаю, слава богу, не с пончиками. Мне, наверное, эти пончики теперь снится будут. А все, что мы можем себе позволить, это еще один кораблик и, наверное, там еще одну фабрику, кондитерскую, парочку. Так, достижение. Мы уже производим 1000 пончиков в секунду, и это 27-я минута игры. Сколько же времени надо, чтобы добиться портала и производить тонны пончиков? Строим еще одну кондитерскую, печку, 1057 пончиков, повара, да, все подряд. Ну что ж, ребята, вот как вы видите, мы получаем достижение, мы приготовили уже всего 1 миллион пончиков. Вот пончикостанция стоит 3 миллиона, то есть мы даже на нее не заработали за все время, провели, а этого времени 34 минуты прошло, вот ровно 34 минуты я играю в эту игру. Так что давайте, наверное, вот уже накопим все. Накопим на лабораторию, построю ее и на этом, думаю, с меня хватит. Если вы думаете, что делать пончики легко, попробуйте сами, это не так уж просто, поверьте мне. Конечно, это, наверное, просто, если можно просто вот так открыть и, не знаю, пойти погулять, пойти на работу, тогда просто. А вот если сидеть, смотреть мониторы, делать пончики, то это надоедает. Мы можем себе, кстати, уже поставить еще один стаканчик, который увеличит их мощность в 3 раза. Но разве это выгодно? За 200 тысяч мы получим 3 раза, ну, почти 300, да, пончиков в секунду за 200 тысяч. Но, в принципе, это не так уж плохо. Вот. Корабль, допустим, за 130 тысяч дает 150, а одним улучшением мы получим больше 300 за 200 тысяч. Можем улучшить кондитерский 1.5 раза за 230 тысяч. Но это немного даст нам всего лишь прирост 90 пончиков в секунду. Можем улучшить курсор, и он будет давать плюс 2% от общего дохода пончиков. Но это уже внушительнее, но все равно мне надоело кликать. А можем также мы, например, за 400 тысяч, смотрите, мы можем купить либо лабораторию, либо можем улучшить производительность печей в 3 раза. Печки производят 288, да? То есть умножаем на 3, будут производить они 864. Теперь вычитаем из всего этого 288. Это получается, что мы получим прирост в 576 пончиков в секунду. А построив лабораторию, неизвестно. Давайте построим лабораторию и получаем 500 пончиков в секунду. Ну, примерно то же самое, хотя улучшить
печи было бы выгоднее. Ну ладно, ребят, на этом я с вами попрощаюсь. Мне уже надоело делать кончики. С вами был 1СТ1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. И да, совсем забыл сказать. Вот этот результат, 2094 пончика в секунду, занял у меня 37 минут. Можно, конечно, и побыстрее было сделать, там, кликать почаще на пончики и делать более правильные решения, но не в том была цель. До новых встреч, друзья!